Клоуны и великаны на ходулях встречали всех на Покровском бульваре. Там профессиональные педагоги помогали стать актерами и овладеть искусством пантомимы. Александра Шунина пообщалась с золотой рыбкой и даже получила от нее небольшой сувенир. Москва-24! Театралы, циркачи и другие хохмачи разгоняли тоску на Покровском бульваре. Одно большое представление длиною в 10 часов в режиме нон-стоп. Пока одни ловили улыбки зрителей на сцене, другие следили за тем, чтобы горожане не засиживались на лавочках. Давали мастер-классы по мимике и жестам. Птичка взмах делает. Раз, вниз, крылышками и... Чемоданы косметики, расчески и заколки, разбросанные по столам. За красоту праздника взялись профессиональные гримеры и парикмахеры. В течение 10 минут жутко растрепанные волосы превращали в изысканные французские и греческие косы. Не бесплатно, правда, от 350 рублей. А вот макияж был приятным бонусом к прическе. Мы помним прекрасно праздник прошлого года. Думали, что будет повтор. Ну так, немножко как бы... Хотелось чего-то нового, пришли, да, вот что-то новое, этого не было в том году. Для тех, кто уже устал ходить по бульвару, надоели какие-то развлечения и захотел минуточку покоя и спокойствия, можно сесть на лавочку, отдохнуть и поговорить с приятным собеседником, достаточно молодым человеком. Вот у вас написано, говорим, может, о чем угодно, с кем угодно. Может быть, вы ищете вторую половинку? Нет, вторую половинку уже нашел, к счастью, вот. А это просто такой позыв души. Истории друг друга, рассказать какие-то факты, просто побеседовать без каких-то проявлений агрессии или там ненависти, или каких-то своих взглядов, просто побеседовать обо всем и ни о чем, как говорится. На Покровском бульваре возле дома номер 3 я поймала вот такую рыбу, не верите? Ну вот, собственно, и она блестит, и почти вся уже золотая. Что за рыбка? Почему она вся в монетках? А потому что мы спасаем монетки, чтобы люди их не выбрасывали, а приносили и украшали рыбу. Какие монетки принимаете? Мы принимаем 5, 1 и 10 копеек. 50, ну, если ничего другого нет. Это самая богатая моя монетка. А я вам взамен даю жетон, и можно отчеканить памятный жетон, посвященный сегодняшнему дню. Ага. Как, на чем и где? А вот есть помощник, он вам поможет. Давай, Леш. Скажите мне, да. Куда класть монетку? Это нужно сюда положить. Так. Да, закрываем. Ой, тяжелый. Да, закрываем. Так, наверное, чеканили где-то в древности. Да, именно так. Как надо держать, куда ударять? Смотрите, вот так держите, и нужно ударить точно. Сможете? Попробуем. Давайте. Сильно надо? Да, очень сильно. Кстати, хороший удар. Попробуем, посмотрим. Вот и моя монетка. Надеюсь, будет счастливой. С одной стороны, золотая рыбка, с другой, сегодняшняя дата и надпись «Я люблю Москву». Ну что ж, с праздником, любимый город. Александра Шойна, Виктор Морозов и Павел Яшков. Москва-24.